В рамках систематизации и приведения в порядок воинских захоронений особое внимание глава Коми призвал обратить на погосты и могилы ветеранов боевых действий. Ориентир — 75-летие Победы. Такие задачи поставлены сегодня в рамках Координационного совета по делам ветеранов. Сергей Гапликов напомнил подчиненным о потенциале в этой работе у волонтеров. Одними из первых на это уже отреагировали активисты боевого братства. Большая часть работы – это военно-патриотическое воспитание молодежи. И у нас в целях – это внедрение патронажа учебных заведений, молодежных организаций, волонтеров за местами захоронений, особенно тех, у кого уже ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны, у которых не осталось родственников, либо родственники по каким-то причинам не могут содержать эти памятники. То есть вот это мы хотим в следующем году заняться системно этой работой. Также, как стало известно, к 30-летию со дня вывода войск из Афганистана, которая будет отмечаться в следующем году, подготовят электронную базу данных обо всех ветеранах того конфликта. Пока документ готов только наполовину, а ведь информация нужна для оказания адресной помощи семьям бывших военнослужащих.